Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, это Jurassic Survival, сегодня будет интересная серия, сегодня у нас будет рейд, я, в общем, хорошо вооружился, сейчас я вам покажу. Не, лопату у меня не будет, но лечиться я буду ананасами. Во-первых, ребятки, давайте зайдем сюда и сделаем с вами железный топор, чтобы можно было зарейдить игрока. Отлично, топор у нас есть. Так, можно посмотреть, тут будет топор, давайте все назад положим. Не, давайте ананасы возьмем, сразу соберем, по 20 штук ананасов. Так, у меня две грядки. Пока что мне хватает двух грядок, более-менее. Ладно, пускай пока производится. Нам надо это все оставить. Ладно, я потом разложусь. Лопату вообще нам надо снять. Давайте лопату. Лопату, наверное, уберем. Лопату отлично убрали. И возьмем с вами дробовик. Так вот. Наденем дробовик. Он очень, в принципе, крутой. Сейчас вам покажу. Урона 70, но скорость атаки низкая. В принципе, вполне нормально. И так, ананасы давайте. Я в какой-нибудь ящик положу. Давайте вот в этот пока что сложим это все. Так, потом я уже разложусь, чтобы времени долго не тянуть. У меня есть топор, у меня есть ананасы для аптечки. И в принципе можно идти. Единственное, так, давайте уже покушаем. Тут вяленое мясо. Сидим. Так, все, в принципе нормально. Здоровье 100%. Идем рейдить игрока. Там можно будет много лута взять. Фух, пожелайте мне удачи. Поддержите меня пальцем вверх. И, в принципе, достаточно. Можешь подписаться. Тогда будет вообще супер, если не подписан. Надеюсь, никакого события сейчас не произойдет, потому что я нацелился на рейд. Ух ты, ко мне кто-то идет. Тоже рейд ко мне. Вот на этого хочу игрока напасть, смотрите. Лишь бы все прошло гладко. Добыча очень хорошая, поэтому побежали. Блин, я немножко волнуюсь, переживаю. Потому что я помню, в прошлой серии меня из АВПшки убили просто на изи. И поэтому я уже готов стрелять. В крайнем случае. Стрелять и лечиться. Тут нужно быть начеку, ребят. Тут нужно быть очень аккуратным. Так, мы прыгнемся на всякий случай. Потому что я реально опасаюсь. Так, все, мне, в принципе, больше ничего не надо. Топор есть. Давайте пробежимся. Что у нас тут есть? По луту. На меня может напасть игрок. Поэтому тут нужно быть вообще предельно начеку. Не знаю, в какой дом рейдить. Давайте вот этот. Все, я уже устал ждать. Начнем отсюда. Тут же можно залутать. Так, все, бьем. Отлично. Разбили, ребят. Разбили. Так, посмотрим, и игрока нету, да, вроде пока что. Мало ли, вдруг он появится. Ух ты, все с собой заберем, нифига себе, тут есть пистолет, золото. Офигенно. Так, это тоже все заберем. Очуметь. Офигеть. Так, я туда не могу пробраться. Давайте тут тоже сейчас залутаем. Блин, ну это хорошая добыча. Я даже боюсь дальше рейдить, мало ли, что произойдет. В смысле инструмент сломался? Его совсем на чуть-чуть хватает. Блин. В следующий раз надо будет больше. Больше запастись. Так, тут больше ничего нету. Ну, два ящика. Я вижу только два ящика. Есть кровать. Все, мы все забрали. Так, золото. Смотри, возвращаемся, делаем ящик и опять пойдем рейдить. Уходим. Фу, сейчас домой придем, разберемся немножко. Немножко очково, честно говорю. Так, тут, в принципе, мы в безопасности. Давайте посмотрим, что мы с вами нарейдили. Урон 35, довольно-таки неплохая, но, блин, поломано. Золото, золото, к сожалению, их не унесешь с собой в желудок тиранозавра. Так, что это такое? Часть двигателя, необходимая деталь для сборки механизмов и транспорта. Это круто, это круто. Резина используется для сборки транспорта и других механизмов. Самое крутое, конечно, это пистолет. И тактическая мачете, все, вот это самое крутое. Ну и, конечно, вот эти две детали. В общем, блин, ну, на славу полутались. Возвращаемся домой. Так, сейчас надо будет там избавиться. Ко мне тоже на рейд кто-то загостил. Сделаем топор. Наверное, по одному топору будем делать, я не знаю. И пробуем опять залутать. Надеюсь, не повезет. Так, войдем. Ну, дорого стоит, конечно же, дорого.
Топор, и его вообще на чуть-чуть хватает. Я не знаю, им деревья вообще можно рубить железным топором. Сейчас пробегусь, посмотрю. По сути, лут, конечно, снять. Давайте лучше лут снимем. Мало ли какой-нибудь АВПшник придет и завалит меня. Так, я потом с этим всем разберусь. Топорик, в принципе, неплохой. Двигатель, резина. Это я потом разберу. Это временно. Временно сюда положу пока что все. Так, ну где он? Ладно, я пока тут настики возьму. Вот он. Наверное, не ожидал такого военного увидеть. Так, все, заберем. Так, это сюда поставим, пускай у нас отбывается. Это поставим сюда. Отлично. Блин. Я не знаю, ну блин, нам в принципе рюкзак пригодится, мало ли нас убьет. Так, в общем, я сильно не хочу тут разбираться, просто скину все, а потом уже порядок наведу. Так, это сюда, это давайте выкинем. Это нам точно не нужно. Так, все. Блин, что я делаю? Волнуюсь просто. Нам нужно еще. Кстати, а где железо? Нам же надо еще один топорик сделать, чтобы рейд провернуть. Ну-ка, тут готово железо. О, 6 литков. Отлично, отлично. А в качестве топлива можно использовать? Да, кстати, можно. Смотрите. Подбросил угля. Так, резину, да, по-моему, нам надо. Изолента, изолента, да. Блин, хорошо, что мы добывали изоленту. Так, где она? Где моя изолента? Так, очень плохо, что быстро-быстро заканчивается наш топорик, железный топор. Ладно, давайте два топора сделаем. Разгуляемся, так сказать, чтобы серия была более интересной. Блин, куда что складывать? Я уж тут беспорядок такой навел. Так, попробуем, знаете, дерево можно срубить? Мне просто чисто интересно. Да, можно дерево рубить. Все. Понятно. Все, я в принципе готов. Ничего лишнего у нас нету. Все, можно идти. В принципе, мы уже пить хотим. Не знаю, на того же или не на того же идти. Ценный груз обнаружен поблизости. Ладно, давайте быстренько залутаем его и потом продолжим. Продолжим рейд. Потому что там тоже может много чего интересного попасться. В принципе, я думаю, тут навряд ли меня убьют. Тут у нас все окей. Сам очень сильно волнуюсь. Потому что меня за ВП убивали, я в шоке был. Нельзя так делать. Можно было хотя бы вернуть. Блин. Я чисто пришел за лутом. Все, лутаем и назад бежим, чтобы время не терять. Просто мало ли что-нибудь тут ценно попадется. О, бензин, кувалд, да, хорошо. Не зря сходил. Нужно, ребятки, на такие места ходить. Опять все скинем и пойдем опять. Надеюсь, сейчас рейд пройдет успешно. Так, хорошо нажились. Можно так серию назвать. Если, конечно, все не прогорит. Идем назад. Так, побежали домой. Посмотрим. Бензин, топливо для транспорта сделано из нефти. Это хорошо. У меня, кстати, бочки нету. И это очень хорошо. Кувалда очень хорошая. Ну, в принципе, даже камень, обработанный камень тоже хорошо. Неплохо, неплохо, так сказать. Так, все скидываем, мы точно идем сейчас на врага. Так, куда, правда, все это скинуть? А, ну-ка, назад. Назад. Так, это можно сюда, точно. Болтики тоже сюда, блин. Одни лишние. Давайте на удачу выкинем их.
Так, сейчас я зайду сюда, во второй дом. Тут бы побольше ящиков хороших сделать. Так, все, скидываем. Это нам пригодится. Потом разберемся с наживой. Интересно, а у меня также могут зарейдить и что-нибудь украсть? Было бы фигово, если бы мне что-нибудь украли. Фух. Все, подужим того же игрока. У меня два топора. Можно хорошо налутаться. Но почему тут написано, что очень сложно? Три черепа, это значит сложно. То есть нам могут какой-нибудь дикий соперник попасться. Так, ну все, побежали. Побежали, ребятки. Надеюсь, все пройдет гладко. Я, в принципе, на чеку наготове. Лечимся насами. Только надо часто-часто-часто нажимать. Кто его знает, блин, попадется какой-нибудь мне. Топовый игрок. Так, аккуратно, аккуратно, осторожно. Я реально боюсь. Так, два топорика. Ну-ка, а тот я же уже ломал. Домик. Неужели заново придется? Нет, смотрите. Все, мы тут были, отлично. Так, что интересно у него тут? У него тут вторая комната какая-то. Смотрите, половины нет уже. Надо быть. О, еще. Ух ты, тут много чемоданов. Тут много чемоданов. Так, возьмем всю одежду. Медикаменты. Нифига себе. Тут можно реально хорошо наживиться. Что это такое? Блин. И что мне делать? Что мне делать? Тут реально очень много чего интересного. Мне замок-то нужен, наверное. Придется от чего-то избавиться. Так, от тебя избавимся. Возьмем замок. Я уже пить хочу. Давайте зайдем туда. Мы выберем самое ценное. Раз уж пришли, надо до конца это доделать. Так, отлично. Блин, ну и зачем я сюда пришел? Изоленту бы я забрал. Древесный уголь, блин. Мы с вами древесный уголь сможем добыть? Блин, топово, топово. Так, давайте дальше пойдем. Нифига себе. Офигительно. Я сейчас вернусь, наверное. Сейчас сюда вернемся. Так, идем назад и возвращаемся сразу же. Кайфово. Сейчас туда-сюда сбегаем. Надо по-любому прийти сюда еще. Так, отлично. Я дома хочу пить. Сейчас мы попьем здесь. А куда бутылки-то я дену? Тут какая-то фигня. Я не понимаю, что такое. Вот это. Что такое? Как это применить? Это можно применить? А зачем? Напишите, что это такое. Но можно это применить, как ни странно. Так. Пистолет, пистолет. Можно два сделать пистолета, нет? Ладно, один пистолет. Куча изоленты. Блин, прикольно. Я очень счастлив. Мы так и не попили. А, ну вот сейчас попьем, в принципе. Так, отлично. Что ты? Ну, ладно, если он пока не сильно хочет. Фу, хороший такой лут, я бы сказал. Так, с порядком потом разберемся. Хорошая аптека. Че, куда ставить? Я не знаю даже. Блин, я немножко переживаю даже. Куча-куча ананасов. Блин, и куда я это все дену? Так, у меня, в принципе, там еще есть место. Все сюда скинем. А уже потом будем разбираться. Изолента вообще нужная вещь. Замок, можно замок делать. Батарейки быстро выходят из строя. Интересно, для чего нужны батарейки? Ну это офигенно, офигенно, ребят. Много одежды. Надо скрафтить, короче, сундук еще один.
принципе, это быстро делается. Давайте скрафтим. Я забыл, как делается сундук. Простой ящик. О, отлично, так. Два раза создадим. Я не знаю, куда поставим. Потом, если что, переставим. Давайте. Так, где проекция? Так, ладно, рядом поставим их. Сюда один и сюда. Все. Пока что так. Чисто лут скидывать. Чтобы потом можно было разобраться. Так, нам, по крайней мере, есть в чем ходить. Это уже хорошо. Правда, поношено. Можно было как-то подшить, что ли, их? Так, изолента. Все. Продолжаем рейд. Пока везет, надо этим пользоваться. Так, ребят, мы уже бежим. Лишь бы меня не убили. Вроде нормально, у меня довольно-таки хорошая защита, 24. Главное быстро лечиться. Я боюсь, если хозяин придет, что он сделает, он мне голову снесет. Это реально очково. Так, значит, мы тут остановились. Я все подряд собираю, вообще все подряд. Потому что хороший лут, реально. Так, а где лучше двери бить? С какой стороны? Со стороны двери? Смотрите, как хорошо защищает. Тут явно что-то интересное. Так, так можно? Отлично. Что с моим топориком? Все, ему почти хана. Какой-то ключ. Ящик. В принципе, ящик нам пригодится. Коридорчик непонятный. Ткани, елки-палки. Ткань нам нужна. Ткань нам нужна. Гвозди. Бутылки нам точно не нужны. В первую очередь забираем ткань. Так, пока хозяина нету. Так, что тут нам нужно? Веревки не так нужны, в принципе, гвозди нужны. Что мне сделать? Что мне сделать? Это тоже не было. Гаечный ключ, не знаю для чего. Это нам не нужно. Давайте возьмем лучше тебя. В принципе, зачем нам ящик? Мы сможем с вами сделать ящик. А вот нитки нет. Нитки нужны нам. Насчет угля не знаю. Так, в принципе, мне все нужно. Елки-палки. Вот это я не знаю просто, нужно мне, не нужно вот эта флешка. Так, я бы забрал гвозди. Можно использовать как топливо. Это, конечно, хорошо. Блин, что лучше? Ну, три штуки, это считать три вот этих, да? Три железных свитка. А слитки это хорошо. Так, как же тут сделать-то? Ладно, я вне серии потом соберу. Это все. В так-то вроде все залутали, да? Я сюда вернусь и заберу это все. Тихо, тихо! Блин, зря топорик сломал. Это же везде прохожусь. Лишь бы хозяин не пришел. Так, неплохо зарядили, неплохо. А, там с другой стороны, да, мы открывали. Я еще раз пробегусь. Все ли мы тут взяли, нет? Лишь бы вне серии меня не убили, иначе эффекта такого не будет. Если придет хозяин, он явно бошку снесет. А, вот еще. Хорошо, будем знать. Мы заберем эту проволоку. Вот, ребят, ну что ж... Мы неплохо полутались. Давайте я выйду на всякий случай. Чтобы не так уж было очково. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И в следующий раз мы пойдем на другого игрока уже рейдить. Этого мы зарейдили. И было довольно-таки круто, неплохо. Не знаю, он как-то восстанавливается, нет, потом. В общем, у нас еще есть один игрок. Это вот этот. Player 442. Я бы тоже хотел на него напасть. И у нас еще есть вот этот игрок. То есть два рейда точно нам обеспечены, но этот слишком дальний. Так, пока что мы напали на одного, да?
Окей, будем натрет. Что ж, до новых встреч, всем пока. Надеюсь, ты подписался, подписан. И, блин, ну спасибо тебе большое, что досмотрел до конца. Удачи тебе и еще увидимся. Пока-пока.